главное, вспомни. Ты убил Кравченко. Ты уничтожил их базу. Мейсон, Луций, Боуман, оба погибли. Вся ваша группа погибла. Уцелел только ты, Мейсон. Ты... После того, как ты выбрался из комплекса Кравченко в Лаосе, после того, как твою команду убили, ты ушел это самому. Не так. Я выполнял задание. Ты отправился на остров Возрождения вопреки приказам. Штайнер был зачем, там. Зачем, Мейсон? Должен был убить Штайнера. Но на остров уже направлялись Хадсон и ЦРУ, чтобы взять Штайнера. Зачем ты полез? Драгович, Кравченко, Штайнер должны были умереть. Штайнер нужен был нам живым. Зачем ты убил его? Мне велели это сделать цифры. Неужели вам непонятно? Я прибыл с Резновым на остров Возрождения. Наконец-то. Штайнер был наш. Мы на месте. Остров Возрождения. Источник яда Драговича. Они готовятся к доставке новых шести. Не при мне. Еще немного. Молодец. Еще обезьяны. У нас их что, не хватает? Разгружай, Юра. Приказано освободить место для аппаратуры. Черт. Хорош жаловаться. Грузи клетки на пристань. Я должен проверить остаток груза. Все в порядке. Продолжаем проверку. Давай, Мейсон. Бери топор. Так точно. Их слишком много, Мейсон. Главное не привлекать внимания. Держаться в тени. Избегать лучей прожектора. Все в порядке. Продолжаем проверку. Все в порядке. Вперед! Быстро! Внимание! Всем сотрудникам с уровнем доступа 3 пройти на пристань 2. Корабль отправляется через 5 минут. Сотрудники с уровнем доступности 1 и 2, ждут для вашего указания. Началась эвакуация комплекса. Они знают, что мы здесь. Изоляция сектора Е через 3 минуты. Это точно Америка? Отлично, друг мой. Со мной. Вертолет идет на второй заход. Надо спрятаться в другом месте. Стой! Не двигайся! Не заметили.
почему ты не на посту? Я там буду через минуту. Мы все уходим все равно. Почему ты не на посту? Я там буду через минуту. Мы все уходим все равно. Так, замечательно. Мы уже близко, Мейсон. Мы сможем попасть в лабораторию Штайнера через крышу. Огнем внутривога! Пройду. Штайнер нужен им живым. Нам надо добраться до него первыми! Иди за мной! Мы поднимемся по шахте лифта. Всем работникам лаборатории надлежит проследовать в указанные места. Комплекс находится на военном положении. Невыполнение приказов приведет к немедленному аресту. Ну а что с ними будет? Мне приказано доставить ключевой персонал к кораблям. Другой отряд занимается гражданскими. Люди Драгоновича сгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят. Поскорее, иначе меня тоже убьют. Фридрих Штайнер, тебе конец. Ах!
Я узнал. Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Мейсон, отзовись! Твое зло решило жизни многих людей. Довольно. Убив меня, вы не остановите Нову. А мне наплевать на эту Нову. Ведь я Виктор Резнов. Нет. И я отомщу. Богом клянусь, именно так умер Штайнер. От руки Резнова! Ты лжешь, Мейсон! Ты убил Штайнера, мы знаем точно! Резнов получил то, что хотел. Возможность отомстить. Джейсон Хадсон написал отчет. Виктор Резнов не убивал Фридриха Штайнера. Хадсон все видел. Уивер! Продолжай, Хадсон. Мейсон не отвечает. Надо пробраться через исследовательский комплекс и спасти Штайнера. Глядите в оба. Янки, мы выдвигаемся. Альфа, двинулись. Вас понял, мы движемся. Эвакуация уже началась. Уничтожь РПГ! Удранец! Бежи! Янки зачистила западную часть периметра. Идем на север. Продолжаем на запад! Нас проумать!
Мы заходим к ним с фланга. Идем на север. Приказ понял. Нас обстреливают с вертолетом. Держитесь. Мы в полукилометре к югу от лаборатории. Упаль, у нас обстреливает противник. Нужна поддержка. Прием. Мы идем, Вивер. Держись. Янки, отходите от БТРа. Нас раскатают. Вивер! Мы живы, Хац. Но нас прижали. Они жмут с востока. Принято! Пройти через отсек санобработки. Мейсон, это Хадсон. Мы знаем, что ты на острове Возрождения. Ответь, Мейсон. Еще Штайнер. Мейсон, это Хадсон. Ты здесь? Противник убит! Противник уничтожен! —
Это он. Что он делает, черт побери? Убивает всех, кто встанет между ним и Штайнером. Куда они все? Они нас не видят. Что было, а? Это Штайнер. Пытается выйти с нами на связь. Штайнер, что происходит? Штайнер, что у вас? Люди праздники сгоняют всех, кто есть на острове. Всех ненужных для дальнейшей работы просто казнят. Скорее, иначе меня тоже убьют! Его! Мейсон, что ты делаешь? Он нужен нам живым! Назад, назад, Мейсон! Спасите! Меня зовут Виктор Изнов, и я отомщу. Мейсон, нет! Я цел! А Штайнер? Он мертв. А что, Резнов, перебежчик? Надо найти его. Не выйдет, его не было. Не поверю, пока сам не увижу. Что они сделали с тобой в Воркуте, Мейсон? Штайнер мертв. Мейсон, последняя связь с передачей цифр. Надо забрать его. Идем. Сюда! Так мы выйдем на причал. Это Уивер. Объект у нас. Мы уже идем. Вас понял. Мы движемся к причалу. Что с тобой сделали, Мейсон? Мейсон, друг мой, скажи, во что остается верить, когда тебя предают свои же? Когда весь ты... Все то, что ты сделал, оказывается погребено под слоем лжи и коррупции. Я умру в этом проклятом месте. Единственное, что не дает мне опустить руки, это жажда мести. Их нужно остановить, Мейсон, Драгович, Штайнер, Кравченко. Их нужно убить. Бесполезно. У нас нет времени. Нельзя прекращать. Он был в Воркуте. Он знает, как передавать коды. Он слышал передачи, которые, по нашим сведениям, содержали координаты цели. Эти данные у него в голове. Он знает, где искать. Нужно добраться до бункера. Уровень готовности 2. Ты уже испробовал все. Еще нет. Осталась одна карта. Проваливай, Уивер! Скажешь им, что мы не смогли узнать, откуда идет вещание. Хочешь умереть с ним? Твой выбор. Черт! Как ты не понимаешь? Он мертв, Мейсон. Слышишь меня? Мертв! Уивер прав. У нас нет времени. Я знаю, что с тобой сделали. Знаю тебя. Я знаю, ты не предатель. Цифры, Мейсон. Что они означают? Откуда их передают?
Цифры. Числа. Что? Что они значат? Резнов! Ты где? Резнов! Я хотел убить Штайнера! Опять слышу чертовы цифры! Ты опять надо было убить тебя в Воркуте. Подожди немного. Дай ему отдохнуть. Когда придет в себя, повысь напряжение в 2 раза. Я помню. Воркута! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Ну и в чем проблема? Его реакция на наши приказы была случайной, непредсказуемой. Удивительно, но он сопротивляется. Как? Он необычен, атипичен. У него редкая сила воли. С другими подопытными мы достигли больших успехов. Если он не сможет выполнять приказы, зашифрованные в числах, мне он бесполезен. Пусть гниет. Унести его обратно в камеру. Больно! Боже, как больно! Заход на цель! Освальд! Раскрыт! Воркуте, мы все здесь братья! Резнов, ты уверен, что ему можно верить? Полностью. Мы и он не так различаемся. Все мы солдаты, лишенные армии. Преданный, забытый, покинутый. Мейсон, ты должен жить! Мы должны бежать! Я знаю это слишком хорошо. Мы братья Мейсон, мы одинаковые. Кеннеди, Джон, ты, Джеральд. 5, 4, мне сказали, что вы 3, у нас лучший забег. Самый лучший. Пятнадцать секунд. Кабель мачта отошла. 13, 12, 11, 10. Зажигание. 9, 8. Предварительное. 2, 1. Главное. Старт. Подъем. Ракета пошла. Тело. Я уже говорил. Штайнер на острове Возрождения. Нам пришлось убить его. Нам? Виктору Резнову? Мы хотели одного. Одного. Что он делает, черт побери? Боль трудно вынести, правда? Я знаю это слишком хорошо. Мы братья Мейсон, мы одинаковые. Радович, Кравченко, Штайнер должны умереть. Драгович не смог тебе промыть мозги. Но у Резнова был свой план. Мейсон. Резнов. Как ты выбрался из Воркуты? Не думал, что выживешь. Он никогда не был во Вьетнаме. Настоящий перебежчик с планами Новый 6 погиб во время атаки на военный комплекс там, во Вьетнаме. Он никогда не бывал в туннелях. Что с тобой такое? Сюда! Он не уйдет! Он никогда не был на острове Возрождения. И тебя, Виктор Резнов! Нет! Мейсон! Меня зовут Виктор Резнов! И я отомщу! Мейсон, нет! Возьми
Виктор Резнов уже 5 лет как мертв. Он умер в Воркуте во время побега. Ты думал, что он с тобой, а он был в твоей голове. Я верил ему. Поэтому и сработало. Это был их ответ проекту МК Ультра. Драгович приказал тебе убить Кеннеди, но Резнов этому помешал. Он хотел отомстить Драговичу за все. Драгович, Кравченко, Штайнер — 3 новые жертвы. В твоей памяти есть провалы. Периоды, когда ты пропадал без вести, и мы не знали, где ты. Но теперь, когда мы вправили тебе мозги, память должна вернуться. Нужно уходить. Они скоро выпустят Нову-6. Сотни спящих агентов в столице каждого штата готовы отравить своих сограждан этим ядом. Когда Штайнер умер, мы потеряли шанс найти источник передачи цифр. В Воркуте тебя запрограммировали переводить коды. Только ты можешь сказать нам, что они значат. Нова-6 — лишь одна из операций со спящими агентами. Но я уверен, были и другие, о которых мы даже не знаем. Мы записали коды. Мы проигрывали их тебе снова и снова часами. Но нам пока не удалось взломать твою программу. Мейсон, это последняя попытка. Послушай, заклинаю, послушай еще раз. 21, 7, 21, 4, 2, 14, 3, 14, 7, 18, 13, 6, 22. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Я узнал! Воркута! Ты не знаешь, что с тобой сделали! Объекту были успешно имплантированы знания о числовых последовательностях. Внимание всем агентам! Наши новые союзники на Кубе дали разрешение на создание новой, постоянной станции радиопередач на их территории. С этого момента и до запуска проекта «Нова» все инструкции будут передаваться по этому каналу. Ваш план по нанесению удара в самое сердце западной цивилизации начал осуществляться. Ожидайте дальнейших приказов. Он полностью ваш, генерал. Вот мой подарок в честь наших новых отношений. Постоянной станции радиопередач на их территории. Все инструкции будут передаваться по этому каналу. Я знаю, где расположена станция. На корабле. Я видел его очень давно. Русалка. Где? Куба. Коммунисты посягают на наши ценности. Наша свобода, сам наш образ жизни под угрозой. Наш план нанести удар в самое сердце Запада начал осуществляться. Его надо остановить, Майс. У него нет страха, совести, слабости. Да, по всей Америке Драгович разместил агентов, ждущих сигнала для выпуска новой шеи. Мне сказали, что вы лучший из наших агентов. Самый лучший. Драгович, Кравченко, Штайнер. Не подведите. Драгович, Кравченко, Штайнер. Их надо убить. Мистер Мейсон,